Какой бы далекой ни казалась мечта, помни, все в твоих руках. У тебя все непременно получится, стоит лишь приложить усилия. И сегодня мы это докажем. Уже в прокате спортивная драма «Медведева vs. Медведева». Тебе наверняка знакома Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира и серебряная призерша Олимпийских игр 2018 года. Но задумывался ли ты, что стоит за этими наградами? Сколько усилий было вложено и слез пролито? В спорте важен не только талант, но и характер. Нужно быть достаточно смелым и упорным, чтобы суметь бросить вызов главному сопернику – самому себе. Также уже в прокате танцевальная драма «Шаг к мечте раз и навсегда». У Чэнь Шоу, молодого танцора, есть мечта, он хочет выступать на большой сцене. И ради этого он готов на все. Ему нужен только лишь шанс. И Чэнь Шоу везет. Случай сводит его с Дин Лэем, тренером популярной стрит-дэнс-команды. Однако, оказавшись в кругу известных танцоров, Чэнь Шоу осознает, насколько тяжело ему будет. Сдастся ли он или приложит все усилия, чтобы воплотить мечту в реальность?